И снова всем здравствуйте, и снова всем добрый день. Ну что ж, очередной заказ на компанию из 15 человек в дополнение к основным горячим закускам. Что же здесь у нас? Это салат, новый салат Рафаэлла на съедобных блюдечках хрустящих и на подушке из айсберга с заправкой. Далее, конечно же, шпинат, рулет с форелью, творожным сыром, шпажечки с форелью, с моцареллой, огурчиком и томатом. Вот такой фаршмак на хлебушке, на мягеньком хлебушке. Далее, закуски — это баклажаны, рулетики с сыром и чесноком. Это сложный рулет куриный с охотничьей колбаской. Рулет, забыла название, по-моему, мозаика. Тарталетки с жульеном курицы, грибы. Далее гастрономические тарелки. Это просто сыр, колбаска. Это бутерброды, канапе с хреном, вернее, с языком, с хреном, да с горчичкой на хлебушке. Креветочка на жареном сыре. Вот это палочки. Это палочки из кальмара, из натурального кальмара в вафлях, жареные во фритюре. И немного на закусочку. Это это шампиньоны с мясным фаршем в беконе. Собственно, все это уезжает к заказчику.